Друзья, снова всем привет. В этом видео мы хотели бы вам показать один очень классный рецепт полезной еды. Значит, в мультиварке будем одновременно варить рис, цветную капусту, куриное филе. Количество капуста и филе на глаз, а риса мы возьмем 200 грамм. Сейчас нам нужно промыть рис. Включаем проточную воду и промываем рис до прозрачности воды. Наливаем в чашу мультиварку немного оливкового масла. Высыпаем рис. Мультиварочной ложкой все хорошо перемешаем. Тщательно вымываем цветную капусту и куриное филе. Теперь нарезаем филе. Если маленький кусочек, то на две части. Если большой, то на три. Берем мультиварочную решетку и выкладываем в нее кусочки филе. Теперь подготавливаем цветную капусту. Срезаем вот эти вот зонтики. Вот смотрим. Вот таким образом разделываем всю ее. И укладываем ее сверху филе. Теперь берем тот же самый стакан, где у вас был насыпан рис, и наливаем 2,5 стакана кипятка. Теперь посолим, перемешаем, устанавливаем тарелку на чашу мультиварки, закрываем крышку, подключаем, выбираем режим, который называется крупы. Вот он. По умолчанию установлено время 25 минут, но мы его увеличиваем. Нажимаем вот эту кнопочку и плюс. Увеличили до плюс 10 минут, то есть должно быть 35 минут. Теперь нажимаем кнопку старт и готовим. Прошло 20 минут, открываем мультиварку, посолим капусту и мясо. Солим на глаз. Закрываем мультиварку и доготавливаем оставшееся время. Так, ребята, прошло время. Смотрим, капуста приготовилась, филе тоже. Выкладываем изначально капустку и филе. Снимаем вот эту тарелку и вынимаем рис. Уважаемые подписчики, ну что могу вам сказать? Блюдо получается очень обалденное, а главное полезно. Отварной рис, отварное мясо, отварная капуста. Пробуйте, готовьте. Вам обязательно понравится. Обязательно понравится. А также сейчас вот настала уже весна. Нужно кушать витаминные салаты. У нас на канале есть коллекция салатов. Обязательно посмотрите, подписывайтесь на наш ТикТок, в Инстаграм и на наш канал. Мы будем рады с вами пообщаться. И всем до новых встреч. Спасибо за просмотр. Пока.